Здравствуйте, мои прекрасные зрители, вы на канале Лен, и сегодня я хочу вам рассказать про одно из моих прекрасных утр. С утра я отвожу обычно детей в сад и в школу, вот тут поделка моего младшего сына, прекрасный один из пингвинчиков. Затем я пошла выпить перекусную чашечку кофе. Вот, я очень люблю с утра такой ритуальчик, для себя любимый, есть время составить планы, подумать о том, что нужно сделать, и выпить чашечку ароматного капучино и съесть свой любимый круассан. Вот в пандемию люди все равно приходят и не забывают тоже о своих приятных привычках. Круассан люблю, не могу, капучино тоже, но стараюсь, конечно, не увлекаться этим напитком, зная все-таки, что оно не совсем полезно для нашего организма. В этот день должна была сходить в Озон и сдать куколку, которая оказалась подделкой. Купила моя дочка на свои подаренные на Новый год денежки куколку Блум. Может быть, кто знает, такие куколки, которые вырастают из горшочка, когда их поливаешь водичкой. Так вот, какое было ее удивление и огорчение, когда из горшочка выросла кукла-подделка. Я бы даже не знала, если бы мы потом не загуглили, не посмотрели на самом деле, как она должна выглядеть. Ребенок слезы, все, расстроился, поэтому пошла возвращать. Благо, сотрудник сразу сказал, что такое возможно, если это не поставщик сам Озон, то есть склады Озона, да, то есть он не отвечает, если какой-то сторонний абсолютно партнер, да, то есть это Озон же у нас маркетплейс, размещает любые товары от любых партнеров, вот поэтому, видимо, не проверяет. А вот тут прекрасные булочки, которые ставили. Вот она такая куколка. Если бы дочь не сказала, вот что неровные края, двигающийся странный корпус у куколки. Ну ничего, дела сделаны были. Потом прекрасно было съедено свои любимые фрукты. Вот. И вам советую перекусывать полезными витаминными фруктами, вашими любимыми. Вы были на канале Лен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если узнали что-то нового и интересного. Всего вам хорошего, мои прекрасные зрители!